Ты меня удивил. Вот, ты меня просто удивила. Продолжай в этом же духе. Молодец. У тебя есть два направления. Это популярные песни, типа вот это вот. Я потом тебе скажу, как это называется, но мягкого названия я не знаю. Но такого. Популярная малинка. И, конечно, свои песни, которые совершенно другие. Молодец. Они, конечно, взрослее, чем ты сама. Ничего, время подгонит. Вот еще два и подгонишься. Анна Борисовна, спасибо вам за всю вашу любовь, за ваше творчество и за ваше терпение. Сегодня пою песню, которую я написала сама. За инструментом мне помогает Дмитрий Файн, песня «Сон» и «Реальность». Спасибо, спасибо. Вы у нас есть. Мы вас очень любим. Спасибо вам за все. Спасибо большое.